Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверфон и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Здравствуйте всем, привет всем, дорогие друзья! Здарова, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы поиграем в интересный режим. Сегодня у нас будут мини-игры на выживание. Режим называется «На все воля богов». В общем, наша с пацанами задача — побеждать в смертельных мини-играх. На кону стоит наша жизнь. Либо мы выиграем в мини-игре, либо мы проиграем с концами и больше никогда не сможем играть в Roblox. Так что, друзья, смело ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с парнями будет безумно приятно. Приятно. Ну что, парни, вы готовы сражаться в опасных и интересных мини-играх? Да. Да, давайте попробуем выжить, парни. Тогда ставьте на кон свою жизнь и погнали. Ну вот, друзья, смотрите-ка, у нас здесь начало. О-оу. Посмотрите, мужики, вот он, бог явился. Ошалеть. Вот он, бог, друзья. Так, и первая игра, игра Дарума. Не двигайся, когда он смотрит на класс, нажми кнопку на его спине, чтобы выиграть. 90 секунд или все умрут. Короче, это что-то типа, парни, игра в кальмара, да? Типа, ага. Надо бежать, только аккуратно. Монетки. Так, мужики, он пока смотрит на нас. Тихо, аккуратно. Все, погнали. Идем. Погнали, стоим. Повернулся. Тихо. Тихо. Стоим. Ой, тихо. Нет. Друзья, это игра на выживание. Идем. Ничего. Стоим. Идем. Аккуратно. Стоим. Мужики, Бурунга. Стоим. Блин, а я тут через стул, друзья, смогу пройти, ребят, ты видишь? Я уже стою. Там кто-то сейчас крякнется. Идем. Победили! Девочка на себя дошла! С кайфом! А я тут, кстати, в стул уперся, я бы не прошел. Да, ну серьезно, не прошел бы? Да, нас усыпили! Так, так, парни, дальше будет новая мини-игра, что ли? Воу, что это? А, на стул сесть пока. Музыкальные стулья. Стулья будут перемещаться случайным образом. Некоторые стулья сломаны, посмотрите внимательно. Кто успеет сесть на стульчик, друзья, тот и выживет. Добро. Ага. Сядьте на стул, пройдя рядом с ним, вы можете сесть только, когда музыка остановится. Понятно, друзья. Все ясно. Дела. Друзья, поехали. Get ready. Надо взять хороший стул и с ним бегать до конца, что ли? Не знаю. О, стульчик, пошел, я нашел лапик, хороший. Я взял стул себе. А как взять? О, я взял. А как? Я взял. Я взял. Людей на F нажимали. Меня кто-то кинул. Стул. Нет, сломанный. Закинули. Дайте стульчик. Все, я взял. У меня нормальный. Побег, он бегает. Блин, стул убрали! Сядь, я сел. Как сесть? Просто подойди отсюда, уди, школьник! Блин, я бегал со стулом! Вон лежит! А вот целый! Садись! Успел за 3 секунды! Отлично. Шесть, друзья, я бегал весь раунд с нормальным стулом, а потом меня убрали этот стул! Как страшно! Так, стульчик, все, до свидания! Пошли, ребята, это мой стул! А кто не успел, тот умер, что ли? Правильно, парни, да? Да. Тех стреляют эти игрушки. Жесть! Я не хочу умереть от игрушки, друзья. Я хочу за стульчиком. А они со временем улетают, парни, стулья. Да, их нельзя таскать вместе долгое время. Да, их нельзя. Пожалуйста, время кончайся. О, у меня стульчик. Я кинул стул, и он улетел в людей, и они не сели на него, а я вот добежал. Жесть, парни. Фух, сложно, да? Ну да. Тут расстрел. Ребята, вон-то не успел, те крякнулись, представляете? Вот это да. Ой, там что-то страшно, все страшно. Ребята, с каждым раундом засадили. Блин. Аккуратно, мужики. Бобби, сади сюда. Нет. Тихо, мужики. Аккуратно, мы бегаем. Аккуратно. Шеф, что ты натворил? Да это не натворил, это мой! Твой сзади! Парни, садимся! О, я сел, меня... Я успел. Я успел. Фух, я успел, парни. Отлично, друзья, просто с кайфом. Так, все, играем еще один раунд или все? Я не знаю, темнее становится. Там все страшнее. Парни, мне страшно. Я боюсь, парни. Парни, я боюсь! Да, кто не боится? Да, он сам кинулся, ты это жулик. Это мой. Да твой сзади, ты опять путаешь, ты нубик. Какая вот твой лежал. Большая, это мой. Эй, верни стул, коза. Я уже пропукал его.
Коза верни ствол. Коза верни ствол. Коза не заплывал. Нормально, Бабян не успел. Успел, Бабян? Нормально. А стул не дырявый у тебя? Девочку убили. Девочку убили, потому что стулья закончились. Гейм! Парни, вторую игру побеждаем. С кайфом, ребята. Профессионалы здесь. Отлично. Вот это идет жаришка, друзья. Вот это четко. Что дальше? Забегаем в дверь. Подождите, парни, а дальше? Я не знаю. А дальше все интересней. О! Так-так. Happy New York. Это что такое, а? Это ледяные штуки. О-о-о. А что делать? Это арктическая лихорадка. Спуститесь по холму полному препятствия ловушек. Используйте АД. Нажмите буктировать. Нажмите Е, чтобы активировать бонусы. Я так и сказал. Буктировать. Буктировать. Поехали, парни! Лего! Врачиваться получается. А что происходит? Я не понимаю, суета происходит. Я врезался. А что делать, парни? Ладно, надо подарки забирать. А вы жмете на W, чтобы ехать быстрее? А он сам едет, сам. Я жму на W. А, само? Само? Да. Самоль! Мне нужны бомбы. Мы ныряем глубже в снежные горы, парню ворачивают там шипы. А, тут какие-то кисель на весь блин, экран. Кляксы, ёбкерный да. Баба. Мама, не надо. А, я врезался в стену. А, я в ёлку врезался. Где? Я тоже врезался. Парни, капец, хардкорище, а тут щипы. О, проехал. Нормально. У меня ни одного бонуса. Дэм, у меня ни одного бонуса. Щищ. Так, вот подарок. Напомните. На Е подарок. Понял. О, у меня ускоряшка, парни. Let's go! А как понять, какой я еду? Я не знаю. Я наверх прыгну куда-то. Мужики, я где-то сверху. Я, по-моему, первый. Я доехал до финиша, парни. А, ты на финише уже? Да. Нормально. Я тоже на финише. А я куда наверх вообще? Вы прыгали так? Да, вот, все, финиш уже. Да, там вот. Я врезался! Лево, право. Лево, право, поворот. Вот, мы доехали до финиша. Все, друзья, доехали. 6, это было сложно. Я в эти стенки врезался. Я думал, я умру. Удары безумие настоящие. Смотри, что девочка вытворяет. А вы видели? Там еще это показывали вот этот лед, который пшикает. Я, короче, прям в него въехал. А я про него использовал и ехал. Да, я прям в лед, и мне там плохо стало. Что происходит? Во, еще эти штуки я еле объехал, блин. Это падают ребята вниз. Такие штуки. О, вот я вот такую въехал. Как вот минжики. Жесть, друзья, вот это нам с парнями подфартило. Вот это не реалити. Что-то много времени дает, мне кажется. Да, ну пусть едут, нубики. Ну все, друзья, одна секунда, и мы выиграли, парни, поздравляю. Нормально, с кайфом. Нас все меньше и меньше, друзья, остается в смертельных играх, потому что многие не проходят все эти смертельные штуки. Парни, там обваливается сверху. Обвал. Ну, нормально, с кайфом. Ну нормально, парни, мы выжили. О, а здесь что? Двери. Выберите дверь, которая соответствует телевизору. То есть нужно угадывать. Ищите изменения в глазах и носу. Нам нужно выбрать такую же дверь, которую нам покажут на телеке. Угу. Ищите изменения. Когда доступно, нажмите клавишу E, чтобы открыть дверь. Понятно. Get ready to the lines of my friends. Давай повеселимся. 3, 2, W, C. Что происходит? Я не понимаю, где эта дверь. Oh my, у меня голова закружилась. Кто-то понял, где эта дверца находится? Нет. Так, подождите. Я, пацаны. Пацаны, а нашел! Вот это. Да, Бабян. Да, вот это? Да вы уверены? Нет, вот это! Вот это, заходим! Зашли! Успели! Фу! А, нет! Подожди, а ты уверен? Нет, вот это! Что вы делаете, парни? Вот это дверь была! Вот это сюда надо было идти! Дурак! Эй, друзья, вы что-то вообще не ту дверь выбрали! Ёкалэмэнэ! Я думаю, у меня что-то не так с головой, потому что 2 раза совсем не та дверь была. Да, друзья, так, теперь смотрите, глаза наверх, нос вверх, ищите такую. Вот это. Она здесь есть? Вот она, вот. А, я не вижу. Пацаны, такой дверь нет! Что тут горит? Тут ее нет, этой двери, я не вижу. Слушайте, друзья, эта мини-игра, по-моему, самая сложная, потому что здесь не все так очевидно, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Назад. Так, аккуратно. Какая? Взгляд я наверх. Я нашел. Вот это. Наверное, вот это. Там просто она чуть-чуть все равно отличается, не так, как на картинке. Чуть-чуть по-другому выглядит. Больше всего бонуса выкинули. Офигели, ты успел зайти? Да. Успел. Нормально вообще? А кто меня кидает? Не знаю, девчонки. О, правильно, зеленая, с кайфом, а что дальше? Ну это было просто.
А, еще продолжается, парни. Да ну серьезно? Да, да, продолжение, это не конец. Так, меняется дверь, теперь просто, да? Тоже просто глаза человека и просто нос обычно сверху. Какие-то тут еще смайлики. О, еще быстрее стало. О, блин, man. Какие-то смайлики, какие-то, блин, огни. Ребята, страшно. Огонь жжется. Огонь жжется, аккуратно. Так, пошли, мужики. Вот это что ли? Вот это. Забегай. А ты иди отсюда. Пошел. Ты что, меня ты меня выкинул? Толкнул. Да я его выкинул. Я его выкинул реально. Да, мы смотрели, нам кинули его. Урод, блин. Все, друзья, никто не пройдет. Это не та была. А нет, там взрывается просто. Все, зеленая, друзья, нормально, с кайфом. Отлично. Так, еще что ли? Реанимирован. Вон он, Мих, теперь меня пинает. Так, теперь глаза наверх, как было. Они перевернулись. Двери перевернулись. Вверх тормашками. Ребята. ВТФ. Двери вверх тормашками. Надо смотреть. Назад? На глаза имею в виду. А, на глаза. Так, глаза. Тут все шарик, я не понимаю. Вот эти, нет? Вот это? Вот это. А я вот это думаю, Андрей. Ладно, пошли на кофе. Блин, интересно, мы или Бабян прав? А там нос перевернутый был. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так. Ой, я не знаю. Мы! О, мне правильно! У меня тоже правильно. У тебя тоже Бабян? Да. У нас тоже правильно было. Странно. Ха, чё за прикол? Может, в любую дверь можно зайти? Может быть. А, ну мы выиграли, парни. Отлично. И нас осталось четверо, друзья! Нас осталось всего четыре! Двери горят! Как? Что происходит? Ребята, мы профессионалы, что ли? Мы идем уже до финала. О, погнали. Открылось. Заходим. Что здесь, парни, будет, а? Мне очень страшно. Так. Спрятаться. Один человек будет оно. Вас 30 секунд. А, это прятки! Парни! Ух ты, прятки я люблю. Это прятки. Я надеюсь, что мы не будем друг против друга. Пацаны, да? Get ready, это прятки. А кто ищет? Кто маньяк? Честно кто только. Кто ищет? Честно только. Кто маньяк? Кто? Я не маньяк, я нет. Клянитесь, мамами. Андрюха, ты маньяк? Да. Реально? А как? А что нажать? Как спрятаться? А я не знаю, как спрятаться. Подождите, пока у кровати найдут свое место. А я не знаю, как реально сныкаться. Может, просто прятаться? Не знаю. Просто типа стоять. Попробуйте что-то. Я не знаю, куда я вообще делся. Я куда-то телепортировался. Что происходит? Типа рисовать на нычки надо или как? Да там непонятно, что. Мы какие-то эти... Я шарик какой-то. Что происходит? Ты шарик? Да, я какой-то шарик. И не знаю, опа, что это значит. Опа. А ты, Андрюха, как человек, как ты или как кто? Я человек, как я. А, я вообще, блин, ты, Бабян, за кого? Я за человека. А за тыкву кто? Не за я. За тыкву, я тыкву бью. А, ты за человека? У меня да. Какой-то шар какой-то непонятный. Не знаю, я не понял, как это. Я тут бью по всем предметам. Да, а, вон Андрюха, он в другой комнате. Вот, реально? Я его увидел, он другой, да, он забежал, там несколько комнат, Бабян! Нифига себе! Он в другой комнате! Это шесть. Кто? Где? Я вот пытаюсь найти вас, я куда тебя вы его прятались, вот вижу, а? Вижу, Андрю, все, он забежал, Бабян, он ко мне так забежал. Кто? Слышишь, он ко мне забежал, Борис. Реально? Да, он сейчас ко мне в комнате. Я не знаю, где он. Я а не вы знаю. Двигаться больше не можете? Не можем, да, мы заблокировались и все, я не могу двигаться больше. А ты можешь, Бабян? Да, я могу. А я вообще не могу двигаться, я стою. Я не знаю, как вас убить-то. Я без понятия, друзья, что произошло. Но мы 50 секунд нам надо продержаться, 55, слышишь, Бабян? Я сейчас вообще вас не найду. Надо было за предметы прятаться. Не надо было за предметы? Я не знаю. Не знаю, я стою, друзья. Кошечка кто? 46 секунд. Мяу. 45. Кто мяукает? Жесть, как думаешь, Бабян, мы сможем продержаться или нет? Слушай, ну я уверен в себе, что я смогу продержаться. Думаешь? Да. Вы меня бесите, я все предметы. А ты далеко куда-то делся или куда, Бабян? Да нет, я в самом начале почти. 30 секунд. А где начало на же разных местах кинуло? А, ну да. Позиция каждая открыта. О-о-о! Можете выбраться, что ли, мне кажется? Теперь Андрюха... Я кого-то вижу. Теперь Андрюха поймет, что мы не за предметы были, а за человечков и все время могли бегать. Вы издевались? Я шутил, друзья, я троллил Андрюху. 10 сек. Кто тут прыгает? Ребята, 10 секунд, меня не надо. Не надо, дядя, кто это, кто это? Это я, до свидания. 3, 2, 1. Нет, это я. Еее, успели. Мы себе безяка загасили. Жесть, а я Бабян троллил, говорю, я шарик, я не могу двигаться, а я за человечка все время мог и бегать, и двигаться. Ё-моё, ты меня тоже затроллил, получается. А я ходил по предметам, бил по газу. Да, я Андрюху затроллил. Доджбол. Вы разделены на две команды. Бросьте доджболы в противоположную команду. F поймать доджбол. Это вышибало, парни. Да, это жестко. Так, сейчас будем вышибаться. Ну чё, Бен, круто я Андрюху в прятках затроллил. Вообще, имбово. Вы сейчас получите за это. Так.
Оп! Пошел нафиг! На тебе! На, Андрюху! Давай Андрюху гаси! Андрюху гаси! Оп-оп-оп! Надо в дождь брать! А стрелять как, Богдан? На левую кнопку мыши. Она по Андрюхе попал! Она, получайте! Нормально! Он стреляет. На, попей! Туда его! Бери, Бобян, мячик! Беру, Бобян, мячик! Подбирай! Тут! Бобян, на, лови! Да на тебе! Эу, не попало! Аккуратно, Бобян! Она будет кидаться, нет? Аккуратно, Бобсик, аккуратно! Берем ледяной! Ледяной подобрали! Так, вон Андрюха откинулся! Туда его! Я буду уворачиваться! Откинь ты мяч! Туда ему! В голову! Андрюху вынесли! Нормально! Так, девочку давай! Туда! Давай. Где она там, Андрюха, ты смотришь за ней? Да. Или где ты? Туда! Бобян, гаси ее, не отпускай вообще! Гашу. На, попал! Все, добили, нет? На! Ой, тихо, по мне попали. Тихо, по мне попали. А, это Бобиса убили. Это Бобиса убили. Так, вот она. Ну и все! Ну и кидался мяч дурацкий. Отлично, Бобян, мы затащили. Это было жестко, друзья. Игры на выживание, нас остается все меньше и меньше. Ты убил девочку. Да, с концами? О. А, да, нас теперь три остались. Отборочный раунд. Передайте горячий картофель, не будьте последним человеком. Нажмите G, чтобы нырять и атаковать игроков. Можете, как только картофель горячий. Понятно? Не понял. Пацаны, это на выбывание игра, вы поняли? Да. Да. А кто горячий картофель? А ты, походу, Димон. Ты, походу. А, я? А пошел нафиг! А, на-на-на-на. Так ты мне дал? Нет, у меня он. У меня. Мне только не надо, слышишь? А как ты отдал? На-на-на. Мне не надо. Дай Андрею! Андрею, дай! Андрей! Андрей! Иди сюда! Нет! Бобян сорвался! Ей! А ты с нами, Бобян, остался? Не знаю. Походу, выбыл. Или ты выбыл, Бобис? Я, походу, выбыл. А, да, я выбыл, но я могу следить за вами, кстати. А, нормально. Что за прикол, что начинается за игра такая? Я, Андрей, это... Куда-то супер костюм стал. Я стал супер костюм, бро. Это что, финальная битва, Андрей? Это будет финальная битва. Ты понимаешь, кто должен победить? Я. Нет, я должен победить. Я должен победить. Андрюха, to fight. Это битва гладиатора, слышишь? Гладиатор. Гладиаторская битва. 3000. Я иду. Капель. А чё у меня какие-то эти? Там идет заставка. Нет, я говорю, броня как-то в глаз тыкнуть и все. Такая, не очень. У меня 0%, Андрюха. А у тебя сколько? 0%, да. 0% у нас? А что делать? Фехтование. Фехтование. Ударяйте. Ударяйте друг друга с платформы за 3 раундов. Короче, кто, Андрюха, останется на платформе, тот и победит. Понял. Все, друзья, пробуем побеждать. Поехали. Фехтование. Фехтование, погнали. На все воля Божья. Мини-игры идут. Ну все, Андроид. Точно, get давай. Ready to the lesson today. Погнали. Погнали. Сейчас я покажу класс фехтования. Давай. Как тут фехтовать-то фехтуй, надо? Фехтуй. 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 Фехтулькин. Туда. А что? А что происходит? 0-8. Эй! Тащи, тащи его. Как фехтовать правильно? Как защищаться? Кто-то знает? Защищайся, слышишь? Там было написано. Как? На какую кнопку защищаться? На F. А, я не защищался, я сейчас упаду. А как тебе упасть, чтобы ты упал? Не знаю, я не знаю. О. А что ты вылетать начал жестко? На. Я не знаю, как упасть, туда его, хоть отбираешь. Попробуй, давай. А, смотри, на, попал. Опа. О, заблокировал. Заблокировал. А ну, ударь, Андрюх, а ну. А, видишь, защита. А ну, бей его. Что за копится-то? Я не понимаю. Сила копилась удара. Да? Нифига ты его почти вынес. Ребята, туда. Давай, друг Олег, давай. Ну на. Атакуй его. Туда его. Нифига себе. Все, отлично. Первый выкидыш есть, Андрюха. Я тебя первый раз выкинул. Выкидыш. Так, а что теперь? Получишь. О. А, не понял? Приехал, нулячий, друзья! А сейчас ты уедешь оттуда, понял? Нулячий! А ты приехал 0%, а у меня было 200. Да, так набили мы, подрались с тобой. Так, ну и все, финал, да? Кто кого сейчас выкинет и все. Я не знаю, тихо. Не, ты меня не выкинешь. Я тебя выкину, дорогой! Это встань меня! Ребята, идем, думбасим. Дамбай, капец, эпичная фигня. Офигеть, это просто битва гладиаторов. Стой, гладиатор, бессмертный бой. Стоим, друзья, стоим. Думбас! Аккуратно. На, думбас его! Тихо, думбас!
продал, ты боял? Ну что, друзья, нормально, Андрюха еще раз придет. Я вернусь. Андрюха вернулся. А нет, все, друзья, победа 2-1 получается. Ну вот, ребят, финишки. Че? А дальше тоже будет мини-игра? Ты заплакал, Андрей. Нет! На нафиг! Не плачь! Фаталити! Вот так, друзья! И что в итоге? Кто победитель мини-игр-то? Или это еще не все? Парни? Походу все. Интересно. Это был конец? Да играю. Это только начало. Я в психушке. Салам алейкум. А я один здесь? Ну, наверное, все погибли, да. Все. Парни, я в психушке, я один остался. Мы видим. Конец! Я что, выбрался из дурдома? Походу, да. Ребята, неужели? И победите! Ребята, я выбрался из этой психушки. Это было жестко. Это были смертельные мини-игры на выживание. Мы надеемся, что вам все понравилось. А на этом наш ролик заканчивается. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а на нас все. Всем спасибо, удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения. И пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.